круглый столовый или один. Кто-нибудь хочет примерить? Защитный костюм, противогаз, оборудование для спасения людей. В этот раз почувствовать себя спасателем смог каждый старшеклассник. В школе номер 4 провели открытый урок в честь Всемирного дня гражданской обороны. Ученикам 10 и 11 классов рассказали о буднях спасателей и правилах безопасности. Сотрудники Химкинского пожарно-спасательного гарнизона, пожарного надзора и другие компетентные службы, как Химспас и так далее, с полицией, со всеми участвуем и нам помогают, мы доводим информацию. Первая часть урока состояла из теории. Ребятам показали фильм от МЧС про историю создания гражданской обороны в России. Вторая часть уже проходит на улице, где уже старшеклассникам на примере показывают необходимые уроки первой помощи, ну и отвечают на вопросы, которые у них возникают. Такие открытые уроки прошли во всех образовательных учреждениях городского округа. Их продолжат еще в течение нескольких дней.